Можно ли проводить такие схемы без покровительства сверху? Смотрите, Галенко – соучредитель в трех фирмах. Это ОСО «Андров», производственное предприятие «Магнум Групп» и ОСО «Коштамчи». Сайт ОСО «KG» сообщает, что руководителем «Коштамчи» до 2019 года был Каныбек Туманбаев. Как сообщают отечественные СМИ, он был доверенным лицом атамбаевского чиновника Икрамджана Ирмиянова.